Я вам могу показать Junior Suite, если хотите. Хорошо, давайте посмотрим. Она тоже с видом. Она тоже с видом. Так, здесь у нас Crystal Bar находится с 5 до полуночи. Так. Рядом с Crystal Bar у нас ресторан Павильон, мишленовский ресторан. Прекрасно. И теперь мы направляемся в старую часть отеля. Какого года изначально? Ну, как бы сказать, этот отель вообще, он, если вы хотите сказать, как отель Эрмитаж, он начал действовать в 1860-х годах, но раньше это не был совсем отель, это было такое место, где здесь была конюшня, лакеи, отель был Париж, существовал уже, и мы... Этот отель, как я вам сказал, мы сейчас заходим в историческую часть отеля. Так. Это историческая часть отеля, потому что, как я сказал, была постройка, велась одно крыло, второе. Просто шикарно. То есть наверху это ресторан это, или это как лобби? Это у нас завтраки, завтраки, до 10:30. Да? Отлично. Отлично. Также мы не сможем спуститься на минус 2, как я вам сказал, мы уже на третьем этаже. И у нас разные крылья, где-то у нас максимум мы можем подняться до 6 этажа. Угу. А сколько всего номеров? 288. Ага, меньше, чем в отель Дагарина. У нас меньше, да. Старые маленькие лифты. У нас более семейный отель, скажем так. Люди у нас выбирают из атмосферы наш отель, потому что более... Другая атмосфера, другая. И также звезды у нас выбирают отель, потому что в отель Ле Дюпали, ты как заходишь, там у них бар «Америка», и там на тебя сразу все смотрят. А здесь есть некоторые выбирают нас, потому что они хотят, чтобы на них не смотрели. Они приехали, прошли в свою комнату и все. Вот так. Да, более удобно. Так, мы сейчас на 6 этаже с вами. Так. А где мы с вами комнату смотрели, там до 4 этажа у нас. Там было 4, здесь 6. Да. Отлично. Она такая более светлая. Или может быть из-за оттенков, так из-за кажется, оттенков, да. Белая, потому что белая всегда придает комнату. И она, естественно, она больше, это Junior Suite. Да, да, да. Здесь уже метров так 40, наверное, есть. 46. 46 даже? Да. Угу. Так, а вот вид. Здесь у нас такие, кстати, это терраса завтрака, да. Это купол. Ага. Сейчас мы
Но здесь прям так тишина и покой. Просто, ну, здесь мы немножко, это крыло, которое находится немножко дальше от дороги. Угу. И, кстати, я вам про которую комнату говорил, с террасой. То есть они находятся, вот этот вид, мы видим, да, вот эту часть, да, моря. И остальное, то, что сейчас прячется за этим, угу, зданием, там порт, вот это комнаты с террасами, они дают вот, вот этот вид. Угу. Там. Там, да. Я поняла. Ну, этот хороший тоже номер, такой очень тихий. Видно, потому что выход на... А, здесь ванна размером побольше. Здесь тоже. Угу. Это сьют. Junior сьют. Сьют. Окей. Это, как скажем, junior сьют с видом на море без террасы. Угу. Вот так. Только просто небольшой балкончик. Да, вот этот не больше, места больше. Нет, да, в этом он такой... Да. Ванна большая, то мне это нравится. Это уже, если брать как по категориям, с видом на море, то мы перешли на третью категорию. Угу. Это у нас называется крыло Коста. Коста, крыло Коста. Угу. Мини-бар. Мини-бар сейчас закрыт, ага, потому что никого нет в системе автоматически. Все, я поняла. Когда мы чекин делаем, он тогда, угу, только открывается. Так, здесь достаточно тоже много места. Окей. Хорошо, спасибо. Вы также можете сходить в другую часть отеля. Да, да, я пойду сейчас. То есть прямо поворачиваете налево и идете до конца. Вы видите во втором лобби, там красный диван будет в серединке стоять. Угу. И купол мистера Эйфеля, где у нас. Да, 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 да.